Гас Марч Филлипс, у меня есть для вас важное задание. Спасибо, сержант. Какое же? Уничтожить немецкие подлодки в Атлантике. Мы проигрываем войну. Гитлер не играет по правилам. И мы не будем. Как вам известно, меня не особенно любят в больших кабинетах. То, за что вас не любят, как раз меня и притягивает. Мне понадобится моя команда. Они вам не понравятся. Они немного... Нет! Того. И это правильно. Это совершенно секретное и неофициальное задание. В случае провала Англии придется жить под немецким сапогом. А он, das ist не собака, das ist моя жена. Оборжаться. Только безумец пойдет на это. Сейчас же вернитесь назад. Алло, вас не слышно. Пожалуйста, идите на. Министерство неджентльменских дел.